Будь уверен, будь здоров. В течение 3 дней в Красноярске можно бесплатно проверить свой тонометр. Такую услугу предлагают в Центре стандартизации и метрологии. Акция эта многим красноярцам знакома, проводится не первый год, правда, не во время пандемии. Каждый желающий может прийти и попросить сверить точность работы тонометров, используемых для контроля артериального давления. По статистике, порядка 10% тонометров показывают неверные данные. Сегодня и завтра прибор можно проверить в ДК «Свердловский», а 8 апреля в здании ЦСМ по адресу улица Академика Вавилова, дом 1А. Бесплатно это все проводится. Проводится уже 3-й год. В данный момент нет, немного людей. А вот в прошлые годы было очень много людей. Ну, видимо, не совсем такая активная реклама в этом году. Мне 62 года. И в последнее время как-то стало давление скакать. А новый тонометр что-то он нас подвел. Так резко раз и сломался. А манжету нигде найти не могу. И достала мамин старый тонометр, которым 30 лет не пользовались. Ну, меряю и думаю, врет, не врет. И оказалось, вот старая техника не подводит. На сегодня, говорят, все отлично.